В Карачаевском районе прошли массовые гуляния, посвященные 65-летию возвращения карачаевского народа. В Учкулане знаменитый замок дружбы собрал не только жителей аула, но и многочисленных гостей. В программе мероприятия были конкурсы, выступления известных артистов и многое другое. На празднике побывала и наша съемочная группа. Мурат Джинкезов подробнее. В фойе замка дружбы народов расположилась гастрономическая выставка национальных блюд Карачаевского района. Здесь представлены карачаевская, черкесская, остинская и русская кухни. Посетители знакомились также с выставкой народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А во дворе собрались и старый млад. Мы сегодня радуемся, живем, но должны помнить тот день, когда безвинно погибли около 40 тысяч человек, половина из них это были дети. Поэтому мы должны радоваться миру, сегодняшнему дню. И таких праздников, я вам обещаю, что в наших аулах будет очень много. Вечная память тех, кто остался в далекой Средней Азии и смогли добраться. И хочу пожелать сегодняшней молодежи, что вы сегодня имеете то, что, наверное, вряд ли кто имеет дух, еще раз повторяю, ваших предков и этих гор. Пускай живет и долго процветает карачаевский народ. Главными событиями праздника стали конкурсы. Карачаевский народ всегда славился своими рукодельницами. Ручное вязание превратилось в настоящее искусство. Зрители с интересом наблюдали за конкурсом скоростного вязания. Уважаемые участницы, мы начинаем наш традиционный конкурс по приготовлению наших карачаевских хачинов. Мы оцениваем его по критериям: форма хачинов, толщина теста, вкус, конечно, и главное, чтобы они были все испеченные, как положено. Главный секрет – это правильно приготовленное тесто. Участники конкурса пригласили не только понаблюдать, но и отведать ароматных хачинов. Интересно, а кто из парней съест 5 штук быстрее остальных? Это выяснилось на конкурсе поедания хачинов для мужчин. Дело это вовсе не легкое, но очень вкусное. Аналогичный конкурс состоялся и для поедания шашлыков и питья национального напитка «Боза». Для моего карачаевского народа вот большой смысл, чтобы это не забылся, что несправедливо нас выселили, справедливость вас восторжевала. Вот сегодня такой день, 65-й, отмечаем возрождение Карачая. Всем жителям Карачаева-Черкесии желаю, самое главное в наше трудное время, здоровья. Здоровья, все. Будущему поколению, детям. Много еще в этот день провели интересных состязаний, но центральным событием стала проверка навыков и знаний джигитов по разделыванию туши барана. Все собравшиеся с удовольствием окунулись в музыкальное прошлое и настоящее Карачая в концертной программе, подготовленной артистами Карачаевского района. Мурат Джанкезов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Учкулан.